Всем добрый день, у нас очередная распаковка, на этот раз уже всем известные объекты, а именно твердотельный накопитель Toshiba TR-200. Один у меня уже есть, это тот же самый накопитель, только единственное отличие, в том случае у нас была емкость 240 гигабайт, то в этом варианте у нас идет 480, причем стоимость одна и та же. Где-то чуть больше года разница в покупке, как резко упали цены, то есть сейчас те накопители стоят в два раза меньше. Почему был куплен этот накопитель? Для того, чтобы, ввиду того, что мы в Toshiba H661 иен заменили материнскую плату, а, как понимаете, лицензия привязана именно непосредственно к материнской плате, то и чтобы была взаимозаменяемость, то есть в случае, если вдруг материнская плата новая, которую мы поставили, выйдет из строя, чтобы была быстрая замена, то есть можно было поменять, ставить тот же самый жесткий накопитель, который изначально мы туда также поставили, и видео есть на моем канале. То есть мы поставим данный накопитель и протестируем, чем отличается скорость этого накопителя от предыдущего. Хотя по характеристикам все то же самое, единственное, на живучесть увеличен срок службы на запись данных в два раза. Давайте посмотрим, надеюсь, там ничего нового не появилось, то есть внутри у нас находится... Непосредственно документация, инструкция, дальше в блистере находится сам накопитель. И давайте, чтобы не откладывать долгий ящик, установим его и протестируем. Здесь в стандартной программе Crystal Disk Info мы наблюдаем характеристики установленного твердотельного накопителя Toshiba TR-200 на 480 ГБ. Как видим, мы используем подключение сериал от A2. Отсюда будут соответствующие скорости. Хотя сам твердотельный накопитель рассчитан на сериал от A третьей версии. В программе Crystal Disk Mark также проверили скорость записи и чтения, получили следующие результаты для твердотельного накопителя Toshiba TR-200. Давайте рассмотрим скорость записи и чтения в стандартном бенчмаркете твердотельного накопителя Toshiba TR-200. Получили мы следующие результаты. В стандартной программе утилиты для твердотельных накопителей Toshiba мы можем увидеть основные характеристики данного твердотельного накопителя. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания. Let's go.